Приветики всем интернет-мальчикам. Сегодня у нас будет очень много посылок с Алиэкспрессом. И начнем мы с вот такой посылки с палеткой. Упаковано хорошо. И достается легко. Эту палетку я купила за 3,90. Вот как хорошо упаковано и очень плотно сидела. Здесь у нас должна быть цветная... О! Ух ты! Сразу видно, что все с ней хорошо. Никаких огрех. Мусорок приберем. Достаю. Ой. Как будто фотографии каких-то болезней. А как она тут... А, это, наверное, куда-то вешать на полочку фигня тут. Она выдвигается. Что выдвигается? Эта штука. Да, выдвигается. Давайте аккуратно поденем, потому что коробочку я, наверное, планирую сейчас сохранить. Мало ли. Мало ли она мне никогда не понадобится. Ну, пускай будет. Я в последнее время проснулась жадность. На что эти коробочка красивая, почему бы не сохранить? Она милашка. Сердечко такое. Вот такая цветная палеточка. Давайте откроем и обсудим все цвета по отдельности. О, хорошо открывается. Смотрите, как отгибается. Те, кто любит снимать макияжи, любят всегда, чтобы вот так отгибалось хорошо. Это очень удобно, чтобы показывать своим любимым зрителям все цвета. Так, смотрите, здесь матовых очень много. Давайте начнем с белого. Белый цвет это... Просто белый цвет без ничего. Нет, даже молочный. Следующий цвет будет хорош для растушевывания складки века. Третий немножко с бордовым оттенком. Четвертый, он такой рыжевато-коричневый. Следующий желтый, который мне больше всего привлек в этой палетке. Он тоже просто матовый, он такой чуть-чуть приглушенно-желтый. Следующий такой болотный, темно-зеленый. Дальше у нас идет уже какой-то шиммерный цвет. Просто коричневый, немножко золотистый. Следующий цвет бордовый. Приятный нежный бордовый цвет, похож на цвет такого велюрового платья. Следующий оранжевый. Оранжевый такой немножко с золотистыми блесточками. Следующий цвет богатый, насыщенный, очень маслянистый. Он, ну, такой непонятно какой. Золотистый, одновременно с тем немножко красноватый и немножко зеленоватый. Следующий это темно-серый такой цвет. Следующий цвет бежевый, немножко уходящий в краснинку. И у него есть такая небольшая розовинка. Следующий цвет такой насыщенный, в кадре смотрится более зеленым. А в жизни при естественном дневном освещении он такой непонятно какой. Он одновременно и сероватый, немножко синеватый, немножечко совсем зеленоватый. Следующий обыкновенный розовый, очень приятный нежный цвет с золотинкой. Следующий цвет темно-бордовый, он тоже матовый. И коричневый, который потемнее, чем тот наш предыдущий коричневый. Этот цвет с блеском. Палетка мне очень понравилась. Она красивая. Точно такая, как я ее представляла на картинках, когда покупала. И вот здесь вот эти цвета, которые показались мне какими-то рисунками болезней, это именно те, которые, наверное, продавливаются такие. Это те, которые нужно наносить пальчиком. Я в целом все тени собираюсь... Использовать только пальчиком. И дальше у нас еще будет косметика. Написано на палетке «Влюбись в другую меня». Кто смотрит и кому важны даты, вот до 25-го года. Давайте ее вот так оставим на фоне красоточку. И дальше у меня есть куча тушей. Такой большой пакет для туши небольшой. Я не помню, какая именно тут будет. Я сразу заказала много, потому что тушей много не бывает. Я всегда использую туши, и все туши у меня черные. Это такая внушительная большая тушь. И что я очень люблю, я сразу вижу, что у нее есть зафольгирована. Она, смотрите, насколько она внушительная. Она занимает всю руку. Потому что моя предыдущая тушь, она... Как вам сказать, в ней всего лишь 7 грамм, и она маленькая. Я привыкла уже к маленькой туши, крашусь маленькой тушью, такая типа, это, блин, просто булыжник. Ну, номер 01, это потому что она черная, никакой информации больше нет, просто маскара,
просто тиасом. Оставляем ее на фоне. Одна в коробочке и одна в такой, ну, уже в более матёреньком зиплоке. И это у нас такая розовенькая Вибер. 13 грамм. Ничего себе туши. Мне кажется, здесь вот у этих обеих. Я уже привыкла к маленькой граммовке белорусских тушей. Но я заметила, что именно белорусские туши, а я всегда беру для объема, они очень быстро у меня заканчиваются. Просто супер быстро. И поэтому я подумала, что выгоднее покупать китайские. Это, наверное, должна быть очень красивой. Посмотрите, как там все. Ёлки-палки. Вот это... Я не помню уже, какую я тушь заказывала. Посмотрите, какая она. Это Soft Touch. Экспресс. Экспресс-контроль. Это все Soft Touch. И вот это вот зеркальное. И здесь у нас не Soft Touch, а такое глянцевое. Просто обалденное. Пока она, конечно же, будет в моем хранении. Тушь годна до 23.06. Потому что у меня пока что еще есть белорусская тушь, которой я пользуюсь. Я ей, кстати, воспользовалась буквально этой белорусской своей тушью. Ну, 10 раз или 15. И она уже начала заканчиваться. Нет, 10. И я заметила вот после этих 10 раз, что она начала заканчиваться. В ней действительно мало грамм, она для объема, но не на 10 раз я должна хватать. В ней была такая кисточка-елочка, и она на самом конце набирала все очень много туши, то есть этой тушью можно прокрасить. А это, смотрите, какая, Volume Mascara. Тоже внушительная, она тяжеленькая. Красота. Куби Бёрд. Тоже обыкновенная черная тушь. Я не знаю, что это, честно говоря, но упаковано хорошо. Это тоже палетка! Она полностью запечатана. Вот чисто полностью вся. Класс. Я такой первый раз вижу. Маленькая. Посмотрите, как она раскладывается. Вот так вот полностью ее можно хоп. 14 грамм написано. Фирма, последнее время очень знаменитая на Алиэкспрессе, это Смаду. Здесь у нас написан 23-й год. Полностью запечатанная была. И давайте по цветам. Первый цвет у нас такой цвет для складки. И он матовый. Следующий цвет золотисто-оранжевый, очень красивый. Эта палетка, как вы видите, такая маленькая, более нейтральная. И все цвета подписаны. Cuddle Season или Cuddle Cold Hearted. Холодное сердце.
Следующий цвет золотисто-коричневый. Pray for snow. Помолитесь для снега, что для того, чтобы пошел снег. Home Alone. Следующий цвет такой бордовый, насыщенный, очень красивый. Следующий такой серый с небольшой розовинкой. Это Jungle Baby. Следующий Wrap It Up. Это уже матовый, просто такой обычный коричневый. Night Before Christmas. Это цвет такой и серебристый, и одновременно золотистый. Необычный. Следующий снова матовый, Just Chill. Просто отдохни. Бордовый такой холодный, фиолетовый немного цвет. Мистер Клаус следующий. Вся палетка с тематикой Рождества. Мистер Клаус, серый цвет. Серый, насыщенный, очень приятный. Следующий матовый, Make Magic. Сделайте магию. Этот цвет тоже коричневый, но это тоже такой нейтральный, тауповый. Следующий у нас матовый. Красный цвет, который меня больше всего привлек в этой палетке, когда я ее выбирала и покупала. Следующий Plum Pudding. Это такой тоже бордовый цвет. Кстати, вот с этим предыдущим бордовым они очень похожи. Следующий цвет Spirit, дух. Он такой чуть зеленоватый, ну, коричнево-зеленоватый. И следующий Hello Winter, он черный. Красота. Здесь у нас, видимо, встроены магниты. И палетка вот так закрывается. Класс. Она обалденная, легкая. Просто класс. Класс, 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 класс. Ими двумя я очень довольна. Эти палетки я их очень-очень ждала. У меня там просто еще одни должны быть. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Следующее. Я, чтобы сэкономить время, открыла за кадром. Это посылка с ножами. Давайте даже отодвинем косметику. Они очень объемные. Достаем по одному. Ой, ненавижу, как пенопласт прикасается к рукам. Да. Смотрите, начнем с вот этого самого большого. Он мне приглянулся, милашечка. Угу. Достаю. Да можно достать. Это просто секира. Это самый большой нож в моей жизни. Чем приглянулись ножи? Почему мы выбрали, чтобы купить именно их? Меня лично привлек вот такой интересненький дизайн. Это какой-то особый сплав, либо имитация этого сплава. Здесь красивые, приятные ручки. И вообще по цене они были относительно выгодными по сравнению с другими наборами. Сколько они стоят? $28 за 4 штуки. Мы проверили этот нож на бумаге, порезали его. Порезали бумагу. До сих пор неприятного ощущения от этого звука, но он идеально острый. Бумага просто... сразу на две части. Давайте посмотрим остальные ножи. Потому что вот этому большому, да, правильно, мы уделили много времени. Следующий, давайте, какой мне тут нравился? О, я очень хотела из всех ножей этот. У продавца там можно, кстати, выбирать, какой именно наборчик из ножей вы хотите. Можно купить все, можно купить только один, можно купить четыре или, например, три. И мы выбрали именно такой, чтобы был большой. Такой вот этот нож, это как для шинковки капусты, например. Просто космически острый, не знаю, какой эпитет еще подобрать. Ручка. Ручка приятная, ее хочется держать и держать и держать, и вот так вот заснуть с ней, и тоже держать, такая приятная. А, знаешь, в конце вот этот торцевой. Кстати, посмотрите, здесь еще есть. Плохо видно. Не, хорошо, все хорошо видно. Я специально в сторону, чтобы не отражалось. Здесь, в общем, что-то по-китайски написано. Это такой нож, что вот, допустим, вы боитесь грабителей и засыпаете с приятненькой рукояткой в руке. Следующий, смотрите, маленький такой. Этот нож я тоже очень хотела. Вот если бы выбирала только я бы выбрала какой-то я хотела. Больше всего я хотела этот шинковочный, потому что неудобно что-то резать, и когда лезвие очень маленькое, неудобно скидывать все. На куда сам скидывать? В тарелку. Следующий нож вот такой маленький. Это нож, ну, как чистить картошку, там грушки отрезать. Вот смотрите, например, у нас грушка. Ну, вот этого супер остроты не требуется. Вот да, этим, это наверное, такой будем для фруктов. Пользоваться чаще всего маленьким. Для вот таких приятных маленьких игрушек. Последний нож из этой посылочки. Это нож такой, как этот, только побольше. Все то же самое, аналогично приятная ручка, печаточка. Этим ножом мы тоже попробовали резать. И мне тоже понравилось, когда сама делаешь не настолько неприятно. Вот так. Следующая посылка. Вот такая вот. Здесь у нас должны быть наушники.
Я заказала наушники для своего телефона, потому что, ну, знаете, наушников много не бывает. Одни лежат у меня, например, на тумбочке где-то, я там слушаю музыку перед сном. Одни это мой. А, нет, твой. Одни, допустим, в сумочке лежат, другие в другой сумочке. И вот такие компактные наушники, гарнитурку такую я себе заказала, чтобы слушать музыку. Музыку я слушать очень люблю и слушаю ее практически постоянно. Качество наушников мне понравилось. Я сразу же проверила звук. Смотрите мои другие ролики. Отмечайте, если ролик понравился. Ставьте нравится. Всем пока!